Два года назад имя Артур Флек прошлось по Готэму как ураган. Судебный процесс века. Артура Флека почему-то считают буквально мучеником. Это не так. Он чудовище. Когда я увидела Джокера, увидела тебя. То впервые в жизни перестала чувствовать себя одинокой. Артур, ты до сих пор считаешь себя звездой? На сцену. Ты можешь делать, что пожелаешь. Ты Джокер. Посмотрите на всех этих людей! Я никому из вас больше не позволю! So stop your sighing. Мешать мне жить! Be happy again. У меня закралось подозрение, что мы не даем людям то, чего они хотят! Все хорошо. Дадим им то, чего они хотят.